развития. Серые трансформаторные будки в Чебоксарах превращаются в картинные галереи. Вот только пока местные художники украшают Чебоксары, хулиганы успевают испортить их работы. Подробности в сюжете Марии Шоклевой. Во двор третьего дома по улице Пролетарской чебоксарцы теперь ходят как в музей. Местная достопримечательность – трансформаторная будка, с одной стороны которой красуется лесное озеро, а с другой – морской закат. Писать настоящие картины художнику граффити Николаю нравится намного больше, чем загадочные слова. В основном это натуральные какие-то пейзажи, животные, животный мир. Ну, все, что касается натурального, как бы природы, это самое есть, что ни на есть красивое, то, что есть вообще на земле. Поэтому хочется привносить именно не что-то слишком выдуманное. Я стараюсь не портить, а привносить как бы что-то новое в стены. Убирать серость, убирать где-то грязь. Николай расписывает стены уже более 10 лет. Эта социальная работа, призывающая остановить пьянство, появилась на улице Кадыкова год назад. За это время местные хулиганы успели подпортить картину. Вот и приходится наводить порядок. Хорошо, что одна краска легко перекрывает другую. Кстати, цветов в палитре 251, поэтому картины получаются очень естественные. Ну вот в Чебоксарах пока такой именно конкретной школы граффити или стрит-арта нету. Но у меня в планах есть вообще на будущее открыть свою школу, чтобы набрать группу и также был потом на будущее подмастерье. Один я могу не успевать. И, в принципе, если на будущее там город нам выделит большую стену, мы бы смогли большой командой сделать большую стену. Рабочий день Николай проводит в офисе, занимается дизайном интерьеров. На творчество остаются выходные, вечера и даже ночи. Часто художник работает за спасибо. Просто очень хочется, чтобы прекрасного вокруг было больше. Через 5-6 часов угол этой комнаты в 201-м детском саду превратится в перекресток с машинами и пешеходами. Утром малыши уже смогут изучать здесь правила дорожного движения. Когда рисую, ухожу весь в рисунок и ни холод не чувствую ни запах краски. Мне стена, и я все, больше нет никого. И главное рисунок сделать. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.